запенивание в широкой щели между листами. Также протыкай до основания, проходи сразу всю. А потом будешь вставлять кусочек пенополистирола. Ниже бери первый прокол. Ниже сделай прокол. Ниже, ниже. Вот. Вначале пропениваешь точно так же с проколами, потому что щель широкая. И потом обязательно вставляешь в широкую такую вот. Широкая сколько она у нас? 5 мм, да, получилось? И вставляешь полосу пенополистирола. Вырезаешь ровный край, срезанный ножом обязательно. Ровный там? Все, вставлять туда. Лучше клинышки козой вырежьте, чтобы они конусные были. Не пойдет у него сейчас это. Идет? А сколько пошел? Капли? Не надо стараться сразу большим листом. Майда, майда. Маляха, маляха. Терку, которую ты шкурил, дай ему прихлопывай и просто забивай. И выше давай. Потом, когда схватится пена, подшкуришь. И вверх до самого конца, и низ тоже. Дырочка у тебя между листами осталась, в камеру вижу. Вайный лист туда. Пропени, ставь кусочек туда, да. Да там выше не надо, там нормально. И вверху.